Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами Apple 3.2, и до сегодня я вернулся пока что в Hello Neighbor Mod Kit, потому что вроде как моды появились, хотя бы чуть-чуть. Так что да, так что можно поснимать. В общем, это у нас мод под названием The Neighbor House. Так. Ух ты, ё-моё. Ладно, чувствую, этот мод будет на несколько серий. Ну ладно, ладно, ничего, разберемся, разберемся. Так. Мне как-то здесь, походу, надо пройти, или как вообще? Ну, тут я однозначно никак пройти не могу, потому что тут дерево. Так что, да. Так что, наверное, мне надо идти в ту сторону. В принципе, это будет логично. Кстати говоря, я когда вообще посмотрел на картинку этого мода, я думал, что он будет короткий, но теперь, когда смотрю на вот это вот... Ну да, ну да. Так, все, перепрыгнули. Так, тут желтый ключ нам нужен. Да, ну желтого ключа у нас нет. Ой, я желтый ключ отыскал, но еще и подлетел, нормально, круто, круто, спасибо. Экспресс-доставка. Так, ладно, давай, надо открыть все-таки, чтобы потом было удобно. Да хватит меня подкидывать, ёптить. Я буквально за несколько секунд уже добрался до самых верхов, понимаешь? Серьезно, до самых верхов добрался. За несколько секунд буквально. Только начал проходить мод, мне уже мод говорит, давай, все, иди сразу. На финалочку, так сказать. Ладно, буду по-честному, все. Я мог, конечно, там спокойно пройти, но я ж хочу по-честному правильно пройти. Так что, да. Так что давай по-честному. Давай как надо. Так. Тут все нахер закрыто. Ничего нельзя открыть. Вот такие вот дела. Всех люблю на свете. Кстати говоря, это... Скоро, по-моему... что? Что скоро? Что я хотел сказать? А, то что это. Скоро бета-версия. Hello Neighbor 2 выходит, кстати говоря. Там 7, по-моему, апреля, если я не ошибаюсь. Так что да. Так что скоро будет, я чувствую, контентища. О, сколько по Hello Neighbor. Прям скоро будет, чувствую, дофига. Контентища по Hello Neighbor. Да, братан, отстань от меня. Кстати, кто это у нас? Это у нас... Я бы хотел сказать Димон, но нет. Давай Михалыч пусть будет. Потому что, ну, знаешь ли, разнообразие. Просто как бы это не Петр, но... Ну, как бы и Димон уже подзаколебал, так что давай пусть это будет Михалыч. Михалыч! Михалыч, не буянь. Успокойся, мне надо взять с собой что-нибудь, чтобы есть что Михалычу указать его место. Михалыч. Блять. Хотел ему показать, где его место, в итоге он мне показал. Ну да, вот там вот. В этом дряхлом, унылом, маленьком домике. Ничтожном по сравнению с этим. Иди сюда. Иди сюда, сказал. На. Все. Иди нахер отсюда. Это больше не твой дом. Вот теперь ты там живи. В том мелком доме. Так, нажал что-то. Что-то нажал, хрен его знает что. Так, ну тут ничего однозначно нет. Полезли наверх. Ну тут тоже вроде ничего нет. Так что... Да куда ты полетел, блин? Ты и дальше лезь. Что за херню ты вытворяешь, дядь? Ты чё? Так... Ни хера тут механизмы, блядь. Подожди, а если я туда... А, ну ничего не будет, да? Ладно. Так, да залезь ты, не надо тут свои финтифлюшки устраивать. Так, оп. Отлично. Дядь, ты в курсе, что у тебя вообще тут все буквально на соплях? Просто на таких, знаешь, прям... На смачных вот таких соплищах прям держится, понимаешь? Ну серьезно, в смысле? Тут, по-моему, чисто... Случай это все поддерживает. Потому что, вот прикинь, вот так решил пойти в туалет на третьем этаже, и херакс, и ну и все, вот эти вот доски. Ты заметь, доски ж вот эти ни на чем вообще не держатся. Они просто вот висят. Они реально, они просто на воздухе. Ну правильно, подожди, я прям даже сейчас проверю, мне просто интересно. Они ж ни на чем, да, они реально ни на чем не держатся, они просто вот. Просто вот так вот. Не, может, конечно...
Да думаю, что они типа тут гвоздями прибиты, но это все равно, знаешь, как-то слабо верится, что вот эта вот лесенка удерживает вот это вот. Ну и вот это вот, то, что там прибито. Ну, блин, слабо как-то верится. Хотя, знаешь, глупо придираться на самом деле к этому. Но все равно как-то, знаешь, странноватенько чуть-чуть. Ну ладно, допустим, допустим. Просто, знаешь, как-то конструкция дома, допустим, из Альфы 3, она, ну, по крайней мере, если неправдоподобно, то, по крайней мере, ну, более-менее поверить можно. Ну, здесь как бы вообще нет, ну ладно. Так, похуй. Похуй, это Hello Neighbor, забей. В соседей не такое случается. Соседи есть такой мод под названием 13 этажей. Там вообще жопа полная происходит. Я даже этот мод проходить, наверное, в жизни не буду. Потому что нахер, ну, мне надо столько мучиться. Так. Туда мне надо что-то закинуть. Что-то мне надо закинуть. Куда-то вкинуть. Так. А зачем вот здесь эта решетка? Это типа... Это типа что? Это типа зачем? Типа я вот так могу, что ли? А нет, пока что не могу. Так, тихо-тихо, не падай. Ты не падай, только главное, не надо падать. Я могу в дымоход прыгнуть. Давай. Я ж Карлсон, ё. Оп. Карлсон плохо сработал. Хотя, причем тут Карлсон и дымоход, я вообще понятия не имею. Просто какую-то дичь несу. Так, я вообще хотел сюда, кстати, вот запрыгнуть, но... подожди. А, ну что я туплю, да? Все, я ж могу с помощью... Если я сюда пройду, просто, тогда я смогу туда пойти. Все, все. Понял. Понял, в чем прикол. Понял, в чем прокол. Так, ну, естественно, ничего нет. На шкафу тоже... Правильно, что на шкафу ничего нет? Ну да, естественно. Ну давай тогда, тогда можно спокойно вниз идти. Так, вот здесь можно подрубить, можно ружье взять сразу, чтобы долго не это, не шляться куда ни попадя, лучше вот так вот залететь. Здорово, Михалыч, как там тебе снизу? Чё, завидуешь мне, да? То, что я наверх поднялся, а ты снизу, там, внизу. Ладно, не волнуйся, я потом еще ниже спущусь, чем ты. Я вообще к тебе в подвал пойду, так что не волнуйся, не волнуйся. Все нормально будет. Так, это вообще куда к северу ведет? Вот этот вот генератор, он вообще куда идет? А, он туда. Туда. Ага. А зачем? Мне просто интересно, подожди. Типа... Ну все правильно, он сюда идет. А в чем смысл? Так, подожди. А что из этого меняется? Ну я врубил и врубил, вырубил и вырубил. Чё толку-то? А, так в смысле, а зачем мне вообще врубать этот генератор, если в итоге он не закрывает? Как-то слегка, знаешь, нелогичненько как-то. Мне же оно, по сути, невыгодно. Зачем? Чтобы оно было закрыто. Ну действительно, оно ж мне по сути не выгодно. Ну серьезно. Ну вот, типа. Вот я поднялся, вот так оп, здесь поднялся, и все. Ну. А зачем мне закрывать-то, алё? Нафиг оно мне надо? Что, я дебил, что ли? Ну правда, какая-то немного нелогичная система. Ну, допустим, ладно. Так, я туда как-нибудь могу пройти? Не могу. Я с этой стороны. Угу. Не могу. Да куда ты полетел-то, ё-моё? Что ж с тобой происходит-то? Я ж тебе не сказал туда лететь. Я могу сюда зачем-то запрыгнуть. Ух ты, ё-моё, бля. Как вообще? И что-то даже у меня не складывается. Да иди ты вон с этим пылесосом. Я просто хочу... В смысле, я ж нажал гос, что за дела? Мне что-то даже, я не понимаю, что мне тут надо сделать. Что-то у меня аж как-то глаза разбегаются. Типа... Зонт? Дядь, иди в жопу. Михалыч, успокойся. Успокойся. Успокойся, сказал. Все, и давайте вок включись, если так это надо. Иди вон.
Иди вон. Мне надо что-то врубить. Давай, давай, полезь, полезь. Я тебе еще вот так вот постреляю, чтобы побесить тебя. А я пока туда, короче, к тебе пойду. Вот ты скотина, а ты еще и выставил капкан. Ну ничего, око за око. Тут ты издеваешься, что ли? Все, вот там теперь и будь в своих капканах. О, перепрыгнул. Замечательно. Так. Ты за свет отвечаешь. За свет, вернее. Так. Ты ни за что не отвечаешь. Вырубись. Так, ага, понятно, player them. Да ё-моё. Так, тут ничего нет. Что-то там еще пинает. Не злись. Так. Ну, картины, как я понял, ни хрена вообще не открывают. Они бесполезные. Куски холста с деревом. Я так полагаю. Это что такое? А, ключ. Это типа подсказка, что вот на этой хрени лежит синий ключ, да? Еще бы, знаете, мне этот синий ключ еще применить надо. Ну ладно. Думаю, мы с этим потом разберемся. Однозначно. Красава, попался уже капкан. А теперь до свидания. Давай! Так, тут машина маленькая. Блин, сейчас. А, ну кстати, я ж ружье добыл, что я туплю? Мне ж там в генератор мне ж надо. Что я туплю? Я ж добыл ружье, все, я могу, вообще все могу. Вообще все могу, я могу горы свернуть. Мне теперь вообще, мне теперь горы по колено, понимаешь? Настолько я мощный. Стал с ружьем. Так, используем. Ок. Проникаем, значит. Сюда залезаем. Да куда ты полетел, ё-моё? Я прям до 1 миллиметра, в смысле, от смерти это все включил. Капец. Так. Все, вок, только теперь не упадите, прошу. Так. Ага. Все. Уп. Закрыли нахрен. Так, ну и что мне это дало? Ну, видно, я теперь там смогу какие-то вещи взять, да? Ну, только мне как бы еще туда проникнуть. Как-то. Черт его знает как вообще. Ну, как-то однозначно надо. Там еще, кстати, ружье. А что там ружье висит, я не понял. Там еще рычаг есть. Вот это новость. Блять. Да в смысле ты не попадаешь? Стой. Стой. Я хочу за какими-то вещами слетать. Я ж могу там попасть. Вот коробки есть. Я ж могу сильно кидать. Сейчас. Подниму. Да какая нахрен коробка? Ты что, издеваешься, что ли? Зашибись. Вот надо было, блин, смотреть. А в чем юмор? А та хрень не работает. А, подожди, ты что, кстати, есть? Да, кстати, я, типа, мог тут спрыгнуть и вот сюда, типа, да. Все. Понятно. Так, оно все круто, я ружье просрал. Я не могу его вернуть. Вот тебе балбес, конечно, ладно. Потом еще разберемся. Как-нибудь. Обязательно разберемся. А, ну стой, я ж могу, типа, вот так сгенерировать, да? Ну да. Все, все. Все нормально. Вопросы решены. Все, все. Все хорошечно. Все нормально. Все нормальдушно. Только в этот раз надо снова сюда не попасть. Так. Я ж могу сильно кидать? Не могу. Стой. Стой. Сейчас да я сейвы поудаляю. Так, ну короче, удалил я сейвы. Давай теперь попробуем. А хрен мне. Ну тут типа вот, тут даже типа вот сделано. Фигня это. Чтоб я попал. Оно же не просто так сделано, ну правильно же.
Это же было глупо, если бы она просто так сделана была. Мне говорят стрельнуть по ружью. А нахрен стрелять по ружью, ты мне объясни. Зачем? Ну-ка, стой. Мне ж вот говорят. Чё, а в чем смысл? Типа я должен по рычагу, то есть попасть, да? Только что-то не работает. Хрен, ладно, похер, неважно, уже все. Тут же типа вот даже показана стрелка и типа ружье. То есть я должен туда с помощью ружья попасть. По тому месту, так что ладно. Так, я могу еще выше подняться. Только, естественно, будет закрыто. Так, сюда я пока... Сейчас, вот сюда я пока попасть не могу. А куда вообще могу попасть, кстати говоря? Так, просто по приколу спросить. Реально, куда я могу вообще попасть? Я ж, по сути, никуда попасть-то толком и не могу. Чё-то я пооткрывал уже много чего, а по сути, чё-то ни хрена я нигде и не могу попасть. Ну, раз, что, может, только туда я могу попасть. Сейчас, подожди. По-быстрому. Типа вот, я могу сюда, только надо сейчас ровно упасть. Отлично. Нормальдушно, все замечательно. Так. Вот зонт есть. Только нахер мне этот зонт нужен, я понятия вообще не имею. Я могу туда вниз спуститься, или удобно. 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 Да, это... Да, блин, какая лестница летит? Так. Вот. Нормально, только теперь этим будет пользоваться, к сожалению, этот Михалыч. Это плохо, безусловно. Ну ладно. Ладно. Так, а я могу еще сюда попасть. А что мне это вообще дает? Ну, попал я и попал. И что дальше? Нет, а правда, зачем? Кстати, а толку ведь реально от этой лестницы нету. Действительно, ты сам посмотри, ты сам подумай. Я могу сюда залезть, а зачем? А для чего? Я ж отсюда все равно выйти как бы, ну, не смогу, потому что дверь тут сломана, а здесь лестницы никакой нет. Типа... Типа, чтобы просто выбраться в случае чего. Странно, странно. Ладно, ладно. Хорошо. Ну, допустим, одно у нас это есть. Что-то. И это что-то, это зонт. В принципе, я без него, на самом деле, справлялся так неплохо. Но теперь он у меня есть. И как бы что? Дальше. Что делать дальше? Тут типа есть, ну типа желтый замок. Мне нужен желтый ключ. А где мне желтый ключ достать, я понятия не имею. Естественно. Как же иначе, может быть? Я могу сюда к сверху пройти. Оп. Магнит. И забор. Мне бы еще только магнит этот самый найти, блин. Так, у меня есть красный ключ. Так, ага. Мы продвинулись чуть дальше. Я нашел еще один ключ, который я опять же не знаю, куда применить. Вот это да, вот это новость. Отключу тебе нахер камеры. Зачем тебе камеры? Ты мне объясни, Михалыч. Зачем тебе камеры? Ты мне просто вот объясни, ради чего? Что ты пытаешься ими добиться? Ты пытаешься меня, ты, вернее, ты ими пытаешься меня поймать или что? Ты наивный, Михалыч. Запомни меня. Твои камеры не ловят. Запомни это. Так. Ну, типа... Класс. Я нашел ключ от чего-то. От чего вопрос? Зачем мне этот ключ? Ну, правда, а зачем? Как-нибудь наверх забраться, как тебе заберусь наверх. Тут машина есть.
есть, Михалыча. Есть ванная, кстати. Могу расхерачить и окно здесь. Да, потом ты мне расхерачишь лицо. Это неприятно, между прочим, Михалыч, неприятно. А я от тебя уйду вот таким вот образом. Вот это красавчик, да? А и разобьюсь. Вот это, конечно, комбинация действий. Да, блядь, да залезь ты. У меня есть ключ. Непонятно вообще от чего. Сейчас, где он, четвертый? Вообще непонятно от чего, я даже не видел. Дверь замком. Чё ты мне присасываешь, я на земле? У меня есть, короче, куча вот этих вот поднимающихся хреней, которые не поднимаются ни хрена. А ещё, чё ты там, будешь залезать, что ли, за мной? Вот ты дебил, конечно. Да, я с ним в тупик, конечно, загнал, ну ладно. Ладно, ничего, вот так этим выкарабкаюсь. Так. Так-так. Так-так-так. Мне надо где-то, может, вагонетку врубить. А где мне ее врубить, эту вагонетку? Не, реально, а где мне врубить эту вагонетку? Зачем? Зачем? Не, зачем это, в принципе, понятно, чтобы вот это все сбить. А, ну вот, мне здесь надо врубить. А, ну и здесь краски вот эта дверь, да? С желтым замком. Да. То есть мне нужно найти желтый замок. А случайно вот эта хрень не подходит туда, нет? Нет. Ну, кстати, по цвету она похожа на вот это вот. Может, тут какой-нибудь, типа, есть замок? Я просто хочу сразу понимать, куда мне его надо применить вообще. Тут есть какой-нибудь замок? Или нет, ни хрена? Вот здесь вот... Здесь синий ключ. Здесь красный ключ. Тут решетка. Так, а вот здесь, наверное, может что-нибудь. Бекс, опять же, на соплях держится эта вся хрень, ну ладно. Я что-то... Не понимаю как-то. Ну, тут синий ключ нужен, это понятно. Мне, то есть, надо как-то сюда пробраться? Или что? Я могу вот здесь... Стой, это где? Это вообще где? А, ну это вот это вот. То есть я опять же смогу сюда подняться, когда врублю вагонетку. То есть все, во что утыкается все, это вот, вот об это вот. То есть об желтый ключ. Мне нужно где-то найти желтый ключ, тогда я вообще ответ на все свои вопросы найду. Вообще, на все. Потому что я врублю вагонетку, а вагонетка все это растолкает, я пройду туда, я заберусь по лестнице, и там, короче, буду свои мутки мутить. Так что вот такая вот многоходовочка, однако. Так. Опа-на, Михалыч, здорово. Не ожидал тебя здесь увидеть. Хотя нет, вру, ожидал. А, кстати, вот здесь ничего нет. Не, я сюда даже пройти не могу. Так, стой, Михалыч. Михалыч, нет. Подожди. Бля. Он скотина, а. Блять, ты что так пугаешь? Возьми, возьми. В смысле, ты почему-то не взял? А, у меня есть коробка. Коробка так коробка. В принципе, зачем я эту коробку ношу? Я ж могу ружьем его херачить. На тебе, на тебе. Иди нахуй. И капкан держи. Опа. Здорово. Мне еще надо третью такую найти, да, по-моему? Какой мне что-то надо? Оранжевый вот такой вот и лом, и кар... Ух ты, ё-моё, сколько мне всего надо-то? Сколько всего надо-то? Страсти-то какие. Так, тут ничего нет. Тут тоже ни хрена нет. Не буянь ты там. Это вентилятор рубает. О, как хорошечно-то.
Только влияло бы это, конечно, на что-нибудь еще. Ну ладно. Так, ну тут ничего нет. Мне где-то еще эту третью найти. А где мне еще найти третью эту? А, так оно все в смысле, да? А, типа достаточно всего двух было. Ну ладно, я вас понял. Так, давай дальше по-быстрому туда я пролечу. Чтоб время не тратить. Где там эта хрень была? Сейчас. Сейчас где-то... А, вот она, все нашел. Так. Сливаем. Ага. Я вот там, короче, воду слил. Это, конечно, хорошо, мне туда еще попасть, понимаешь? Ну так. Просто, чтоб было. Подожди, а если я... Ой, тихо, стой, стой. А, ну стой, а действительно, я ж у меня же зонт есть, что я туплю? Я ж могу вот так просто. Вот раз захотел и прошел, что я реально туплю? Что я какой-то дичью занимаюсь? И все. И нормально. Так. Акула, идешь нахер отсюда. Сейчас, подожди. Я могу еще вот это нажать. Что ты там открыл? Опа. Желтый ключ. Отлично. А, так, давай сразу прилечу. Так, типа вот здесь. Угу. Так. Отлично, наконец-то я пошел. Все, теперь все мои проблемы, по сути, решены. Так. Ага. Все, давай, поехал. О! Ух ты, ё-моё. Все, пошло, поехало. Дай пройти. Все, наконец-то я прошел сюда. Так, здесь, правда, ни хрена нет. Оп. Опа, здорово. А тут мне магнит нужен. А я хрен узнаю, где магнит. Ладно, видно, потом по пути найдем. Погнали наверх. О, свечка. Свечка, это круто. Ага, отлично. Так, подожди, а тут же ничего нет? Нет, ничего нет. Давай сейчас тогда эти посбрасываю. Угу. Здесь ничего нет. В ящике там. Не, вроде ничего нет. Ну нет, так нет. Так. Типа... Подожди, мне надо узнать, куда этот провод идет. Подожди, он идет. Он идет сюда. Ага. Отлично. Нажимаем. Так. Сюда, значит, прыгаю. Вырубись. А то отвлекаешь. Так. Открывающая картина. Фига тут у тебя ходы, конечно. Вот это да, вот это номер. Так. Картина, уйди в жопу. Ты мне мешаешь. Так, сейчас вот эти отстреляю, вон там еще один, да? Сейчас. Вот еще. А тут мне нужно сделать... Подожди, так я должен стоить сюда подняться, по идее. У нас что вообще? А, тут чисто провод. Понятно.
Ну я, короче, эту нажал, хрень. Она, видно, туда идет. Что-то здесь скрывает. То есть мне нужно сначала, короче, магнит найти. Опять-таки. Так, подожди, что? Зачем? Зачем мне это? Мне нужно чисто вок, все, нормально. Так. То есть мне нужно, опять же, чисто магнит найти. Тихо, Михалыч. Не надо. Тут же точно ничего нет? Нет, точно ничего нет. Тут, кстати... Там, кстати, какая-то хрень, может мне там на заднем дворе что-нибудь надо проверить. Ну-ка, ща, погоди. Погоди, постой. А вот и магнит. А, замечательно. Так, а ты берешься? Да, за тебя ничего нет. Так, давай сразу туда я прилечу. Отлично, магнит нашли. Минус одна проблема. Так, вок. Иди сюда. Так. Угу. Сюда. Оп-оп, вот так пройти. Тут запрыгнуть немножко не могу, но ничего. Сейчас исправим. Вот. Так, сюда. Вскрывай. Карточка. Ага. Так, а тут что типа надо? Мне нужно как-то... Как-то что? А, может мне теперь надо обратно, может, покрутить? Слушай. Ну-ка, стой. Ща проверим, подожди. Где эта хрень? Может теперь, типа... Оно заработает, зафурычит. Или нет? Или хрен там плавал? Эй, где я потерялся? Подожди, где я? Где я? Кто я? Зачем я? Стой, сюда однозначно еще рано. Вот я здесь был. Нет, он продолжает лить. Так, а в смысле, а чё? А как? Тут сзади... А, тут сзади, типа, вот что-то можно пройти. То есть мне нужно сначала сюда идти. Сюда идти. Блин, запутанно. Подожди, так а зачем ты туда пошел? Ради чего? Не просто ж так, правильно? Тут... Что-то полезное же должно быть. Может, здесь что-нибудь типа есть. Тут однозначно где-нибудь что-то есть. Ну, не может быть такого, что тут ничего не было. Это же получается, да, бесполезная комната. Типа здесь по этой после, так я уже нажал. Какая разница. Так и без нее бы вот это не работало. Чё толку? Значит, надо было раньше открыть, как я и сделал. Ну ладно, я, короче, карточку нашел, то видно, к подвалу надо. Я так думаю. Так что давай я сразу использую. Сейчас сюда, сюда. Да, все. Карточка есть. Так, а чё еще? Подожди, а это... А, это сюда идет. Подожди, ты ж не работаешь? Опа, заработало. Я, видно, что-то все-таки включил, что отвечал за эту хрень, потому что раньше она не работала. Значит, я что-то все-таки включил. Так, окей. Поехали тогда, тогда давай дальше, дальше. Работаем, работаем. Мозгами. Так. Охуенно. Я даже не понимаю, что мне тут надо делать. У меня прям вообще мозги сейчас не варят. Может, мне надо, типа, здесь что-нибудь притянуть, я не знаю. Ну-ка,
лука, сейчас пострелять попробую. Куда это полетел? Давай! Может, я пострелять вот так должен? Или что вообще должен сделать, я не понял. Оно идет отсюда. Решетка. Так, подожди. За решетку отвечает тот рычаг. В свою очередь, это отвечает за вот это. То есть, я должен попасть каким-то образом по... Ты понял. По тому рычагу. Каким-то образом, то есть я должен по нему попасть. Ну, потому что иначе, ну, никак, все. То есть, видишь, за эту решетку отвечает вот это. Вернее, ну, за эту решетку отвечает... А, ну, все правильно, да, за эту решетку отвечает вот это вот. А, ну, хотя, стой, нет, как раз-таки за эту решетку... Стой. Это что такое, вот это вот? Это, случайно, не выключатель? Нет, это эта хрень. Она типа куда-то входит. А куда она входит? Не, ну по-любому где-то должно здесь находиться. Я прям уверен. Я прям по-любому, подожди. Опа. Ага. Открыли. Сразу вот это, кстати говоря, делаем. И сразу вот это делаем. Отлично. Пошло-поехало. Говно по трубам. Так, здесь ничего не работает. Здесь тоже ничего не работает. Тут я могу, в принципе, посбрасывать. Тут я могу, типа... Не, не могу. Могу здесь открыть, могу здесь вот так сделать. Могу, короче... Вот так вот сюда проникнуть. Тут случайно ничего нет. Здесь вот эта хрень. А, блин. Так думал, сейчас все так хорошо будет. Нет, вот надо было взять тут замку. Блин, может с картиной мне что-нибудь помогут? Или ничем мне тут картины не помогут? Блин, сраный замок. Не, ну хотя стой. Он такого цвета, прям вот с этим похожим прям. Мне кажется, он где-нибудь тут поблизости лежит. Я прям уверен, где-то здесь поблизости. Сейчас, чуть немного потерялся, подожди. Так, сюда мне идти, да? Да, все. Где-то он здесь по-любому лежит. Здесь, прям вот здесь. Опа! Я же тебе говорю, вот он, где-то здесь лежал. Вот. Так, стой, чё я полез-то? Здесь вот же дверь, да? Так. И вот он, лом и синий ключ. Так, только у меня места нет, к сожалению. А, его, к сожалению, решётка открылась. Нормально, блин. Блин, чё выбрать? Давай, короче, по-быстрому слетаю вниз. Скрою доски у главной двери. И слетаю обратно за ключиком. Оп. Оп. Все. Так, теперь я вернусь обратно. Да, вот такая вот неловкая минута молчания. Так, подожди. Блять, я опять потерялся, насколько можно-то. Так. Вот, все, нашелся. Так, синий ключ. Синий ключ-то хорошо. Синий ключ-то прекрасно. Так, теперь можно мне туда наконец-таки идти. Эть. Скрываем. Нажимаем. Куда ты вообще ведешь? Стой! Блин.
Это было близко. Оно ведет наверх. Опять, блядь. Снова. А, ну вот здесь открылось. Все, отлично. Проходим дальше. Так, тут, я надеюсь, ничего не надо будет проверять. Так, красный ключ мне надо найти. Тут ничего нет. Тут ничего нет. Блин, походу придется не там проверять. Ладно. Ладушки. А чё я туплю? У меня ж магнит есть. Действительно. Ну чё-то ни хрена я пока не... А, стой. Блять, я понял, что это ключ, это картина. Ну-ка, ща прям магнитом тут прям пройдусь. Так, это чайник, это не считается. Опа. Это белый ключ. А, ну он подходит к красному, понятно. А, ну и вот синий ключ, который краски типа финальный, там же платьево подсказка. Так, окей, ну там у нас еще есть вообще этот ключ, он оранжевый там еще есть. Сейчас спущусь по-быстрому. Так, Михаил, только не агрись, только не агрись. Так. Мне нужен еще оранжевый ключ. Так, а как мне его достать? Что у нас там вообще еще осталось по этим? А, подожди. Мне кажется, что он в машине лежит. Я просто хочу проверить сразу. Чтобы понимать просто, мне что вообще открывать надо. Там еще я могу открыть. Нет, здесь пульт лежит. А нахер мне пульт? На кой хер мне пульт вообще? Не, наверное, он здесь лежит. Я тебе 100% говорю. А может, не здесь? Нет, не здесь. Ну да, в принципе, сюда вообще ничего не ведет. Может, здесь? Нет. Где он вообще может находиться, я черт его знает. Может, он типа где-нибудь наверху тоже находится? Не, здесь я не могу ничего. Никак. Стой. Вот он, оранжевый ключ. Ну, серьезно, он просто здесь лежит. И все, типа, то есть мне больше ничего находить не надо. Ну ладно. Успей! Я успел, все, все, я успел, я успел, 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 успел. Так. Сейчас надо только Михалычу по роже надавать. Чтоб не выеживался здесь. Ты что, дебил, что ли, дверь себе как-то закрыл или что? Вот ты. Вот ты шлашпета. Все, до свидос. Все, вот. Финальные титры. Все. Пусть меня еще поймает там. Ты что, меня там поймать, что ли, не можешь, или что? Все, поймал. Все, наконец-то можешь спокойно Player's Zem послушать. А. Player's Zem, походу, не будет. Ладно, пофиг. В общем, вот такой вот мод. Ну, прикольно, да. Пойдет. В общем, да. Все, мне больше сказать нечего. С вами был Gable 3A2. Мы с вами играли в Hello Neighbor Mod Kit. Вот такой вот мод. Там, в принципе, еще парочка модов есть. Но, опять же, могу сказать, что, наверное, потом я в чем-нибудь еще поиграю. Так что, да. Все. Да, все, мне больше сказать нечего. С вами был Gable 3A2 и всем пока.